Такое популярное сейчас в современном обществе слово, как абьюз. Присутствует ли насилие внутри церкви? Если да, является ли это проблемой или чем-то естественным? Если это проблема, как выйти к здоровым отношениям внутри церкви с людьми и с пастырем? Поговорим об этом в нашей передаче «Просто о вере» на телеканале «Самара ГИС» в 19:30 вечера.